сьогодні оборона вся зіграла, дуже напряжена, дуже багато подач, дуже багато моментів, таких боротьба більшість, так що, ну, думаю, справилися, найголовніше не пропустили гол, так що це повинні бути довольні. Ну, сьогодні, не знаю, кажеться, що могли більше показати бажання, може бути, де-то не повезло, ну нічого, не треба розстраюватися. Таврія на дома, коли грає, це серйозний суперник, тяжкий, так що нічого, треба продовжувати працювати і набирати очки. Сьогодні, чесно говоря, грали з хорошою командою, але все одно хотіли виграти, не вийшло. Де-то, може би, свої моменти не реалізували, може би, чего-то точно не хватило, но все равно считаю, что и команда Таврия тоже неплохо сыграла. Может быть, где-то, скажем так, справедливо ничья. Может быть, где-то, если, скажем так, с Динамо, и она нам пошла в пользу, то не знаю. Считаю, что сегодня мы по-любому уже вышли на такой уровень, что мы должны выигрывать. Ну, не выиграли, к сожалению. Очень много борьба, можно так сказать. Мы, конечно, старались нейтрализировать через пас, но сегодня не получилось, потому что они сильно вверх играли, поэтому немножко сложно для нас, и поэтому так получилось ничья. Ну, конечно, мы хочется, чтобы добиться каждой победы, но сегодня не получилось, но очко тоже неплохо, и поэтому надо уже думать дальше и продолжать работу. Больше было борьбы, чем футбола. Как бы Таврия билась, и мы бились. Я же говорю, что футбола как бы не было, только в конце уже начали более-менее играть там в пас. А так бы больше было борьбы. На установке узнал, что выйду в составе. Был немного мандраж, но спасибо ребятам, которые поддержали, сказали, что не переживают. Поддерживали в игре, поддерживали. Спасибо большое. Считаю, что мы потеряли. У нас тоже моменты были хорошие. В конце я не забил там, не достал чуть. Ну, он сказал посмелее, усилить игру. Как можно больше пользы принести. И, ну, основное такое, чтобы не боялся, выходил и как можно больше положительного унес. И причины трудно сказать. Может быть, просто только начало сезона, может быть, пока еще не сыгранность, не вошли в игру, ту, которую мы можем играть. Может быть, но я думаю, со следующего тура все будет нормально.